два спектра любви. Один спектр называется влюбленность. Что это такое? Это по факту то, что Господь нам дает в отношениях. Это то, что поддерживается само собой. Некоторые люди только этого хотят в жизни. Вот, например, девушка говорит, он меня гладит, мне так хорошо становится вообще. Вот так вот. Это называется влюбленность. Или мужчина говорит, я смотрю на нее. И вообще просто такой балдеж. Это называется влюбленность. Есть второй вид любви. Этот вид любви зависит от поступков людей. И он имеет другую природу. Он имеет природу чистоты в отношениях, верности, глубины, радости быть рядом друг с другом, надежности в отношениях, что этот человек надежный. Это чувство не такое жгучее, второе, не такое жгучее, оно там, вау, сердце не обжигает. Но при этом оно дает сердцу возможность жить, оно дает глубокую веру, глубокую чистоту, такое какое-то чувство очень глубокое, чистое, светлое дает сердце. И вот веды говорят, это и есть настоящая любовь. Еще и потому, что влюбленность с возрастом или со временем проходит у всех людей. Вот это ощущение, что ты от близкого человека будешь чувствовать балдеж вот этот, оно пройдет со временем или станет меньше. И часто люди живут, пока есть влюбленность, пока наслаждаются друг другом, они живут, как только наслаждение закончилось, сразу «Goodbye, my love, goodbye!» Простите меня, голос охрип немножко. Спел неправильно. Вот. Ну, то есть, они сразу расстаются, понимаете? Почему они расстаются? Потому что закончилась влюбленность. А мне как бы не очень приятно жить с этим человеком. Все, я его не люблю. Но дело в том, что есть другой вид любви. Если ты служил этому человеку, заботился о нем, если ты старался, чтобы этот человек был счастлив, у него из сердца возникает благодарность. Вот что такое благодарность? Вот спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Спасибо тебе за все. Вот эта благодарность означает, другой вид любви включился. То есть, чтобы вот другой вид любви, второй, который сохраняет семью, включился, для этого нужно служить близкому человеку, что-то делать для него, может, даже безответно, не ждать, допустим, ничего. Но благодарность придет обязательно со временем в сердце человека. Он будет благодарен. И это значит, что между вами появились другие вещи, которые сохраняют семью. Допустим, одна женщина подошла ко мне, таких женщин было тысячи, и говорит, Олег Геннадьевич, у нас была семья. У нас были дети, у нас было все нормально. Почему он ушел от меня? У нас, мы же были близкими, мы расписаны, у нас семья. Почему он ушел? Почему он бросил меня? Потому что вы с ним просто жили вместе. Вы с ним воспитывали детей, ходили на работу. Вот. Вы с ним выплачивали ипотеку. У вас было много дел, но вы никогда не включали сердце в отношения. Вы не спрашивали друг друга, как у тебя дела, мой дорогой, как ты живешь, что я могу для тебя сделать. Вы не строили близких отношений. Это означает, что у вас как деловые отношения. То есть вы пришли с работы вместе, ну там поцеловались, там пообнимались, понаслаждались друг другом, поспали вместе и разошлись потом. Понимаете, это не любовь, это влюбленность. И это все заканчивается. У нас на русском языке есть такая песня. Серебряная свадьба означает 25 лет вместе жили, люди живут 25 лет. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Ну, то есть серебряная свадьба означает, что между вами есть душевный разговор. Если вы не можете открыть сердце друг другу, если вы не можете просто верить в этого человека, что спасибо тебе, что ты живешь со мной, я чувствую тебя как личность. У нас есть такая песня на русском языке. Ничего, что я песни пою, нормально?
Нормально? Послушайте эту песню. Классная, она раскрывает тему. Гляжусь в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Ну, то есть, любовь бывает долгою, означает, давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Давай учиться видеть главное. Давай учиться прощать, терпеть, служить друг другу, вызывать это чувство благодарности в сердце. Потому что если люди смогли за 5, 6, 7 лет совместной жизни, пока тает влюбленность, смогли почувствовать вот эту вот чистоту отношений с этим человеком. Вот это вот чувство, что я его глубоко понимаю, он глубоко меня понимает, он благодарен мне, я благодарен ему. Если люди почувствовали это, они никогда, никогда друг друга не смогут бросить. Есть ли влюбленность? Есть. Мужчины влюбляются в девушек молодых, потому что жена стареет, а девушки молодеют. Вот. Женщины восхищаются качествами других мужчин, которые не являются ее мужем. Почему? Потому что женщина в муже же видит все недостатки, а в чужих мужиках же она их не видит. Они все хорошие для нее, являются примером. Так я утрирую, конечно, это может быть не полностью так, но это так в какой-то степени. И поэтому влюбленность есть, мы можем влюбляться в кого-то там, не знаю. Но понимаете, если ты почувствовал чистоту своего близкого человека, ты почувствовал его качество, личности, вот его душу, то тогда ты никогда его не бросишь.